Югорчане предпенсионного возраста могут бесплатно получить новую профессию. Переподготовку оплачивает Центр занятости. В перечне профессий более 20 специальностей. Это продавцы, воспитатели, социальные работники, слесари, сантехники, стропольщики и электрогазосварщики. Для таких студентов предусмотрена стипендия почти 17 тысяч рублей. При этом специалисты Центра занятости готовы включить в список дополнительно любую востребованную профессию. Кстати, учебное заведение может находиться и за пределами города проживания. В этом случае организации выплачивается компенсация за проезд работника к месту обучения и проживания. Я бы сейчас так же подрабатывал или где-нибудь устроился бы, пока мог, а сейчас не берут никуда. То нельзя, это нельзя, ночью нельзя, тяжело нельзя, нагибаться нельзя. И поэтому пришлось мне идти в центр занятости, и вот так я сюда и попал. Обучаться пошел в моем возрасте. Давно не сидел за партой, за ручкой. Для организаций, которые будут заинтересованы и которые будут направлять своих граждан предпенсионного возраста на обучение, здесь предусмотрен период обучения до 3 месяцев. Сумма компенсации будет составлять 68 тысяч рублей.